То есть чего делать, собственно говоря, нельзя. То есть на диван собаке залазить так же, как на кресло, на какую-то, на возвышенность нельзя. Для нее ниша должна быть всегда ниже. Ну, естественно, если вам такие взаимоотношения приемлемы, если у вас какая-то декоративная порода собаки, да, там какой-нибудь йоркширский терьер, там, и вы там из него ребеночка своего сделали, если вас устраивают эти взаимоотношения, то почему бы нет? Я всегда только за то, чтобы эти взаимоотношения устраивали обе стороны. Ну, если у вас большая служебная какая-то собака, да, то есть тут уже даже просто физически будет как бы некомфортно вам находиться с этой собакой. А еще рычать, если начнет. А следующий шаг, да, смотрите. Вот когда бежит стая, впереди всегда кто бежит? Впереди бежит вожак. Поэтому собаку вперед вы никогда не должны пускать. То есть в любой дверной проем, когда вы идете, как вы будете этого добиваться? Ну, тут уже ваши, собственно говоря, проблемы. То есть каждая собака индивидуальна, здесь нужно решать. Кого-то, может быть, поджать надо голову, да, там, чтобы не ломился вперед. Кого-то. Ну-ка, перестали оба, а! Акбар! Домой пошел! То есть кто-то кого-то поджать нужно, чтобы не ломился вперед. Так, стоп. А следующий момент, значит, вот. То есть собака не должна вас тянуть, да? Если вас собака тянет, значит, это она вас выгуливает, а не вы собаку. И не вы определяете направление движения, а определяет это направление движения именно собака. Что, собственно говоря, в корне неправильно. Идем дальше. Каким образом еще вы можете подчеркнуть, что именно вожак в стае это вы? А можете вы это сделать посредством такого волшебного средства, как кормление собаки? Да? То есть, вот когда у вас в руках находится еда, вы для собаки являетесь как бы и царь, и бог, и так далее. В общем. То есть, когда ваши отношения только формируются, кушайте первым. То есть в стае всегда кто кушает первым? Всегда кушает, естественно, вожак. Вот. То есть вы кушаете, собака наблюдает за этим процессом. Но опять же, хочу поставить восклицательный знак. Это не значит, что собака должна там лежать и смотреть за этим делом. То есть она в принципе в кухню не должна входить. Но сразу отвечаю на ваш вопрос, как она будет знать. Собака, не волнуйтесь, она будет знать по запаху, по вашему поведению, что именно вы кушать сейчас собрались идти. Вот, поэтому здесь проблем-то никаких не возникает. Знает, не знает. Собака всегда знает. И только после этого вы начинаете кормить свою собаку. То есть сами покушали, потом собаку. И причем не просто поставили миску и ушли из комнаты, да, а дождались прямого взгляда в глаза. То есть у меня есть урок, я не буду повторяться, как это делать. Но последовательность действий я вам вот сейчас рассказал. То есть прямой взгляд в глаза, там, рукой перемешали, чтобы ваш запах там остался. Что именно собака ассоциировала запах еды с вашим запахом, что вы именно являетесь владельцем еды. Да? Собака поработала, села, лежала там не сразу, то есть она кушать начала. Вот. И только после прямого взгляда в глаза. Прямой взгляд в глаза является выражением просьбы для вас от собаки. То есть вот такими нехитрыми способами. Следующий еще момент, как вы можете подчеркнуть, что собака является... Вы являетесь вожаком для собаки. То есть это самое главное, это любое решение, которое касается собаки, должно принадлежать вам. То есть когда идти гулять, когда играть с собакой, чем играть с собакой. То есть собака вот принесла вам игрушку какую-то, да? Вы взяли эту игрушку и начали играть с собакой сразу же. Кто принял решение о том, что играть с собакой начали? Собака, потому что она вам принесла, а вы начали играть. То есть здесь должно быть наоборот. То есть вы можете тут же начать играть с собакой, но уже не той игрушкой, которую она вам принесла. То есть, допустим, она вам принесла палочку какую-то для того, чтобы вы апортировали ее. А вы взяли другой предмет, мячик какой-то, и начали играть с ней в мячик. Да, там футбольная команда у вас получилась. То есть решение об игре принадлежит вам. Ну, вот что касается вожака. Давайте перейдем к следующему вопросу. Петя. Вот еще такой момент. Смотрите, все вы воспринимаете мою передачу о том, что
Я рекомендую всем, и я позиционирую свой канал, каким образом, то есть гуманными способами заставить собаку выполнять ту или иную команду, выбрать ту или иную линию поведения, да. Но не надо уж прям так сильно утрировать-то. То есть